Я куплю новую игрушку тогда. Купи, у него есть, если он более сжался, если он более сжался, ясно, на стадию, он плохая. Плохая? Да. Ну она же моя дочка будет, ее зовут Анжелика. Тебя как зовут? А я у него на стадию. Ты плохая девушка. Ты мой. Идешь за меня. Я сейчас твой пасеку. А он кинула будет. Видишь-то. Еще папу заберут у тебя, она. А я себе тату. Тату я у него папу заберу тату. Заберешь? Да. Тату я всегда заберу. Е-мое. А знаешь что, Хасар? Я ей шоколад куплю. Я маме расскажу. А я Пашке расскажу. А Пашке расскажешь? Да. Хочу сына укол сделать-то. А, укол сделает? Да. Если именно зитарный куплюсь, я Пашке расскажу. А Пашка? Какая Пашка? Джанара Пашка или Гульмира? Нет, Гульмира Пашка. А, Гульмира Пашка. Да. Ай, Паш, пожалуйста, не говори. Шоколад тебе купить? Да. А Анжелике тоже купить? Давай вот эту шоколад купить. А тебе эту купить и меня купить. Ладно. Анжелика твоя сестра будет, да? Завтра. Ты не будешь ругаться? Драться не будешь? Он сам будет завтра сейчас начинаться. Он сам мой юристу завязал. Ослай чалага затнаем, блин, Рослай. Он завтра мой юристу завязал. А у тебя рука как, нормальная, да? Пальчик не сломался? Кстати. Нормальная, да? Да. А ты пишешь ситуацию юриста, это мой юриста. Игрушку? Да. Она сенің игрушкамен ойнайды онда. Она будет на своей игрушкой будет играться. А? С твоей игрушкой будет играться. Если я у него не буду играть, я у него буду играть.